Всем привет, Таиланд ТВ. Ночные пробежки по Чавянговскому пляжу. Вот там вот. Вот я бегу, откуда вот все синее мигающее такое. Не знаю, сколько это там километров, может. Полтора, два. Туда обратно. То есть, короче, в общей сложности. 4 км. Но не в километрах это дело. Хотя и в них тоже круто. Круто бегать по пляжу. Тут песочек такой. Такой вот. Вот такой. А там море. Моречко. Его не видно ни хрена, но он там есть. И вы его наверняка слышите. А это, собственно, о чем вся песня. Это царство фонариков. Так я называю это местечко. Есть, короче, приотелишная такая, походу, движуха. И все в фонарях. Все в фонариках, вдоль побережья. Это, короче, лежаночки тут всякие. И сейчас я пойду пройдусь. Если у меня тайцы начнут выеживаться, типа, что я здесь не отельный чувак хожу. Я от них убегу, потому что я бегаю, я уже быстро. Классно, да, я придумал? Умненький. Умный! Так, в общем. Ну, вот в камере не так это все романтично смотрится, конечно, как оно есть на самом деле. Оно реально очень круто в ночи. Просто вот эти фонарики. Между ними можно гульнуть. Тут по дороженькам прям вот так вот. Шлеп. А там тайчик какой-то что-то подметает. А, бассейн чисто. Во, это даже бассейн тут, короче. В общем, вообще, не, фаршовый отель, походу, какой-то. Немцы какие-то, походу. Вот, то есть вот так вот, короче, идешь, а здесь вот еще одна такая бассейная тема, короче, маленькая. Сейчас тайцы меня пока не гонят, еще не гонят. Значит, я иду тихо, ну. Hello! Вот так вот, не то, что не гонят, а еще привет говорят. Савади кап! Вечер тайландских приветствий, короче, на Таиланд ТВ. Я здесь вообще чужак, короче, на чужой территории. Вообще, ну, одет как полный фаранг я, вот. Вот он я, воплоти. И вот, короче, в белых шортах, типа, а в белых шортах только русские, кстати, ходят, прикиньте. То есть такой замут, это чисто наша движуха. Вот, а тут вот так вот, короче, вы прикидывайте. Тут народ хавает. Красотища. Вот такая вот столовенька у них тут. Ну да, похоже на 5 звездочек, короче. Судя по антуражику и по всем делам. Но 4 точно здесь есть, я хочу сказать. Очень-очень красивенько. Там колоночки. Сейчас у меня пот льет просто ручьем. Я мокрый фаранг, которому все говорят привет. Ну а я типа как бы не обламываюсь и поздороваться со всеми, потому что что Westside вообще, я типа местный, может еще в столовку зайти пожрать. Не, на самом деле здесь многие так делают утром, если проходишь там мимо какой-нибудь гостинички, если там никого не сидит на входе, мимо ресепшена проходишь как свой, а на вход в столовую идешь с каменной рожей, московской желательно, вот такой, или вот такой, пофигу. И главное, короче, еще можно друга рядом иметь, с которым активно что-то обсуждать, или не активно, просто разговаривать с ним и типа все внимание на него. Все, проходишь, хаваешь. Маленькие уроки жизни в Таиланде. Халявный. Вот, это уже практиковалось, короче, и практиковаться будет. Савади кап. Все здороваются, короче. Прикиньте, какая крототень. Местный я, не местный, короче. На мне нигде не написано, что я из этого отеля. Татуировок тоже на мне никаких обозначающих нет. Они не обязаны, наверное, всех в лицо знать. Поэтому они думают, что я типа отсюда, короче. А я тут вот так вот. Классный я мальчик, вообще. Очень-очень классный. Очень-очень классный мальчик. Так. Ну, в общем, такие дела. А, как я это назвал уже вначале, я забыл. Ну, в общем, это... Сейчас я что-нибудь новенькое уже придумаю. Это лес фонариков. Это лес из фонариков, короче. Вот так вот. Но с пляжа это выглядит именно вот так. Потому что там не видно, короче, каких движений уже более подробных. А видно только из темноты фонари. И что они на чем-то висят. Непонятно на чем. Вот так вот, видите?
Вот, и как будто лес из фонариков такой. Вот, а это побережье самого длинного пляжа, на котором я сейчас стою, называется Чавенг. Вот это, собственно, длинный. Вот я просто вдоль него, собственно, бегаю по вечерам. 2 км туда, 2 км обратно, и по песочку очень даже нагружает. И ноженьки, и легоньки там, дыхалоньки все. Вот, так что очень-очень. Вот, ну это вот, короче, вот такой кратенький выпуск Таиланд ТВ. Всем муа! Пишите, звоните там. Прилетайте на Самуи, кого достало уже все. Здесь реально круто, каждый день что-нибудь новенькое найдешь, чем заняться. Даже полезным в большинстве случаев. Было бы желание. Все, чао!